из Украины. Привет моим подписчикам и моим зрителям. Буду делать чипсы из пшеничной муки. Если бы у меня была половина муки кукурузной, можно было назвать начос. А так называется из пшеничной муки. Такие приправы. Паприка, карри, кориандр, кинза, базилик. Все мили. Вы можете использовать набор прованских трав. Но паприка и карри придают такой приятный цвет. Также соль. Сначала смешиваем все сухие ингредиенты. Перемешиваем хорошо. Теперь выливаем горячую воду, почти кипяток. И 2 чайных ложки подсолнечного масла. Всех приправ у меня по половине чайной ложки, только соли 1 чайная ложка. Все, теперь вымешиваем. А потом выкладываем на поверхность и делаем тесто. Тесто надо вымешивать где-то 3-4 минуты. Буквально чуть-чуть добавлю муки, чтобы тесто не липло к рукам. Оно не должно липнуть к рукам, наше тесто. Продолжаем вмешивать. Тесто готово. Я так люблю с тестом работать. Вообще очень люблю. Накрываем тесто и где-то на полчаса его оставляем. Тем временем подготовим лист с пергаментной бумагой. Берем третью часть теста и тонко раскатываем. Чем вы тоньше раскатаете, тем будут у нас тоньше чипсы, и тем быстрее они запекутся в духовке. Я переложила тесто на досточку, чтобы стол не порезать. Вы можете делать, где вам удобно. Нарезаем на полосочки. А теперь нарезаем на такие треугольнички. Духовка 200 градусов. Выкладываем тесто на лист с пергаментной бумагой. Выложила на лист. Теперь в духовку на минут 10. Смотря какая у кого духовка. И проверять, чтобы не сгорели. Очень быстро готовим. Оставшееся тесто тоже раскатываем, разрезаем и тоже испечем. Получается вот такая мисочка чипсов из того теста, которое я замешивала. Очень они вкусно с кетчупом. Кетчуп я тоже сама готовила. Очень вкусно. Если вам нравятся мои рецепты, нравятся мои видео, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. И приятного аппетита!